Привет! Держите очередную подборку интересных и полезных вещей для дома с AliExpress. Все ссылки будут в описании. Также не забудьте подписаться на наш телеграм-канал и группу ВКонтакте. Держатель для специй и приправ. Крышки-дозаторы обеспечивают комфортный процесс заправки блюд специями непосредственно из пакетика и закрывания пакетиков для дальнейшего хранения. В набор входят крышки с тремя разными отверстиями для точного дозирования различных видов специй – крупных, немолотых, мелких и молотых. Система хранения обеспечивает порядок и быстрый доступ к любимым приправам. Многочисленные пакетики со специями будут компактно расположены в одном месте и всегда находиться под рукой. Ну а цена около 900 рублей за 10 штук. Воздуходувка, аккумуляторная для продувки компьютера, используется как средство против загрязнений и пыли в компьютере и ноутбуке. Также ветродуйку электрическую можно использовать для надувания матрасов, кругов для плавания, воздушных шаров, раздувания огня и многое другое. Беспроводная воздуходувка для ноутбука имеет на корпусе яркий фонарь, который поможет вам использовать ее в темноте. В комплекте прилагается 5 насадок. Аккумуляторная воздуходувка миниатюрная, ее удобно хранить и брать с собой. Ну а цена на такой аппарат колеблется от 2 до 4 тысяч рублей. Роликовый массажер – это эффективный способ избавиться от боли и напряжения в шейном отделе. Он оснащен роликами, которые массируют мягкие ткани воротниковой зоны. Эффективно разминают жировой валик, холку у основания шеи, так называемый вдовий горб. Конструкция изготовлена с учетом анатомии человека, давление легко регулируется нажатием на ручки. Ну а средняя стоимость такого массажера – 1000 рублей. Настольная игра «Злая собака». По сюжету этой настольной игры злая собака решила вздремнуть, но за косточками в ее миске кто-то охотится. Пес может проснуться в любую минуту, поэтому игрокам надо быть очень осторожными и аккуратными, чтобы в итоге достать наибольшее количество косточек и стать победителем. По правилам этой настольной игры, ее участники должны по очереди доставать из миски собаки разноцветные косточки, используя забавные щипцы. Но сложность в том, что пес может в любой момент проснуться, и тогда ход не будет засчитан. Купить такую игрушку можно за 1500 рублей. А это электрическая сушилка для обуви с антибактериальным эффектом и таймером. Антибактериальный эффект предотвращает размножение бактерий и обеспечивает гигиену ваших ног. Таймер позволяет выбрать оптимальную продолжительность сушки обуви и забыть о ней, пока обувь полностью не высохнет. Ультрафиолетовая сушка уничтожает бактерии и неприятные запахи, обеспечивая максимальную гигиену. Самую низкую цену в 1000 рублей мы нашли на Яндекс.Маркете. Это секционная сковорода. Идеально подойдет для приготовления самых вкусных блюд. Созданная специально для всех видов плит, эта квадратная сковорода 26 см с тремя секциями станет незаменимым помощником на вашей кухне. Благодаря антипригарному покрытию готовка станет еще более легкой и удобной. Вы сможете приготовить любое блюдо, от яичницы и оладий до стейков и бургеров. А еще эта сковородка отлично подойдет для гриля, прекрасный способ добиться идеального вкуса. Многоразовый липкий валик для удаления волос и шерсти с одежды. Это идеальное средство для удаления волос домашних животных с любой мебели, постельного белья и одежды. Ролик от шерсти можно использовать для чистки мебели, ковров, диванов, автомобильных кресел, верхней одежды и других похожих поверхностей. Такая щетка не требует липких лент или клейкой бумаги. Ну а цена такой щетки около 400 рублей. При помощи аппарата для сахарной ваты вы сможете радовать всю свою семью любимым лакомством не только по выходным. Для этого вам понадобится только сахарный песок и хорошее настроение. Ваша сахарная вата получится безопасной для здоровья. Вы можете быть уверены, что в ней нет никаких вредных веществ. Чтобы приготовить сладкую вату, необходимо засыпать в чашу аппарата столовую ложку сахарного песка. Ну а стоимость таких аппаратов колеблется от 1 до 3 тысяч рублей. Смеситель с термометром. А это стильный смеситель с сенсорным управлением. В любой момент опцию можно выключить. Аэратор имеет кнопочное переключение режимов, струя и ополаскивание. Также может использоваться как смеситель с выдвижной лейкой.
А приятным бонусом будет цифровой термометр для удобного настраивания температуры воды. А еще можно выбрать цвет смесителя. Цена со скидкой 4000 рублей. Полуавтоматическая мороженица поможет приготовить вам настоящее мороженое из натуральных продуктов, а также сорбет, джелато и замороженный йогурт. Мороженица имеет стильный металлический корпус, снабжена системой смешивания и имеет чашу, заполненную хладагентом для охлаждения мороженого во время приготовления. Но купить такую мороженицу можно за 5500 рублей. А это видео подошло к концу. Спасибо за просмотр, желаю всем удачных покупок!